приходом осени всех любителей живой музыки ожидает насыщенная культурная жизнь. 21 сентября в концертном зале филармонии «Октябрьский» выступит дуэт баянистов из Сибири «Сибдуа», обладатели трофея мира и Кубка мира. Благодаря своему невероятному звуку, мощной харизме и энергетике, они вовлекают в круг своих поклонников всех, кто хоть раз побывал на концерте ансамбля. Александр Сироткин и Андрей Битюцких – настоящие фанаты любимого инструмента и искренне считают его символом музыкального будущего. На концерте прозвучат транскрипции русских композиторов для баянного дуэта. 25 сентября вас ожидает встреча с вокальной группой Cool and Jazzy. Это феерия звуков и ритмов, увлекающая с первой секунды и не отпускающая до самого конца. На концерте будут исполнены жемчужины мировой классики, джазовые стандарты, русские народные песни в более чем нестандартных обработках, ностальгические песни советского прошлого и современные хиты. И 1 октября в Международный день музыки состоится открытие 66-го филармонического сезона. В этом году он откроется творческим вечером композитора Владимира Качесова. Значительная часть жизни Владимира Петровича связана с Камчаткой. Здесь была определена его дальнейшая творческая судьба. Здесь он провел свое детство и юность. Здесь он окончил музыкальное училище. В исполнении Камчатского камерного оркестра имени Георгия Авакумова под управлением заслуженного артиста России Александра Гилева и Камчатской хоровой капеллы имени Евгения Морозова под управлением лауреата всероссийских конкурсов Василия Князева будут исполнены произведения автора разных лет, в том числе посвященные Камчатке, а также номера из мюзиклов. Приобрести билеты на концерты можно в кассах филармонии и на сайте commusic.ru. Все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта».